На реке Кучук возле села Каиушка восстанавливают плотину. Ее размыло во время паводка в прошлом году. А построили ее почти полвека назад, в 1968 году. Весной уровень воды здесь не раз поднимался выше критической отметки. Река выходила из берегов и размывала дорогу. В прошлом году уровень воды в реке вырос настолько, что повредил плотину и затопил зону отдыха. В этом году власти и жители района решили восстановить гидротехническое сооружение. Сейчас плотина практически полностью отсыпана, проходят работы по укреплению береговой линии. В планах выложить ее плитами. Работы продлятся еще как минимум неделю. Параллельно этим работам проводятся геолого-разведывательные работы по увеличению пропуска дороги, которая идет на Барнаул. Значит, два варианта существуют: либо положат трубу, либо построят мост.